вокзале долго мы стояли. Мы попали в сказку будто или в сон. С нами по соседству в зале ожидания кто-то пел чудесно под аккордеон. А когда затихла сказочная песня, я спросил, кто этот бравый молодец? Мне ответил сзади голос неизвестный, пел вот этот парень, молодой боец, обыкновенный русский человек, каких у нас в Союзе миллионы. Обыкновенный русский человек, на нем простые гладкие погоны, любитель петь, шутник неугомонный, обыкновенный русский человек. В боевых сражениях отгремели грозы, и тогда в Россию хлынули рекой. Отовсюду письма, письма и вопросы, главным из которых был вопрос такой: кто он, этот первый, что в бою суровом над самим Рейхстагом поднял красный флаг? И от генерала до рядового на вопрос на этот отвечали так: обыкновенный вроде человек, каких у нас в Союзе миллионы. Обыкновенный с виду человек, простой в быту, в боях непревзойденный, в свою страну по-рыцарски влюбленный, обыкновенный советский человек. Был парад победы, славою прекрасен, каждый полк прославлен, каждый батальон. У стены Кремлевской брошенные на земь сотни побежденных вражеских знамен. Спит спокойно Вена, сонно глядя в воду, мирно спят София, Прага и Белград. Кто помог народам обрести свободу, кто достоин самой высшей из наград? Он наш простой советский человек, каких у нас в Союзе миллионы. Обыкновенный вроде человек, простой в быту, в боях непревзойденный, в свою страну безудержно влюбленный, обыкновенный советский человек.